Доброго времени суток, дорогие друзья. И у нас очередные последние новости по шоу «Холостяк». Уже практически месяц прошел после окончания шоу, но страсти все продолжают накаляться. Очень многих зрителей, подписчиков интересует, есть ли действительно какие-либо отношения между победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой и рэпером Тимати. Судя по всему, таких отношений нету. Совсем недавно Катя Сафарова улетела без своего избранника к себе на родину, в Испанию. Причем с пальца девушки пропало дорогое обручальное кольцо за 22 миллиона рублей, которое ей подарил рэпер в финале проекта. Тимати вовсе не собирался скучать без победительницы шоу и прекрасно проводит время в компании, кого вы думаете, одной из фавориток шоу «Холостяк» Марии Вебер. Они замечательно проводят время вместе в компании самой Маши и дочери рэпера Анны. Они покатались на серфе в столичном Строгино. Добавлю, что два дня назад в блоге Тимати появился загадочный пост, на котором он в одиночестве сидит на скамейке. «Мы столько все могли обсудить, но ты не пришла», – подписал фото рэпер, и пользователи пришли к выводу, что речь идет о Екатерине. Также хочу отметить, что просочилась информация, что Тимати и Мария Вебер встречались еще до шоу «Холостяк». Пара вместе успела отдохнуть на Мальдивах, а также подписчики и зрители догадываются, что, возможно, у Маши Вебер затаена обида и на Тимати, и на Катю Сафарову, потому что Катя Сафарова, появившись уже в середине проекта, разрушила планы самой Маши, так как до ее появления Мария Вебер была основной фавориткой к победе в шоу «Холостяк». Ну что ж, дорогие друзья, будем следить за развитием событий. Если вам интересны наши новости, подписывайтесь на канал. Увидимся!